Ассаляму алейкум, мои братья и сестры. Как я вам обещал, что мы покажем и расскажем, и даже докажем, как некоторые блогеры и тиктокеры обманывают нас, то есть обычных людей. И мы сегодня поставили на розыгрыш 5 автомобилей. Вот как вы видите, там джентру написали туда-сюда. Ну, факт, 5 автомобилей. И у нас есть 5 вот таких вот капсул, которые мы должны бросить сюда. И посмотрим, кто здесь выиграет автомобиль. Давайте мы вот для начала возьмите, брат, вот каждый по одной сейчас бросим туда, в капсулу. Да. Вот, давайте. Один тебе, один мне. Вот один ему. Короче, у всех, которые есть капсула, будет машина. Да. То есть 5 машин и 5 капсул. Мы ставим сюда. Покажите вот Малибу, да? У меня джентльмен. Вот, Ниссан. Блин, у меня. Каптива. Дамас. Дамас у меня. Вот. Братья, мы показываем, мы рассказываем и доказываем. Вот, у нас 5 автомобилей, примерно на розыгрыш, 5 капсул, вот, все, да? Да. Все, вот 5 капсул, и у нас тут еще куча капсул. И мы сейчас кидаем все сюда, вот раз, два, вот, вот 5 капсул. И наша задача теперь выиграть автомобиль. То есть мы 5 человек играем в розыгрыш, я хочу выиграть автомобиль. И мы крутим барабан. Возьмем имя, может. Нет, сейчас, да. Сейчас отсюда мы достанем автомобили, а оттуда уже мы будем доставать имя. И, ну, победители. Победители. Кто что выиграл? Смотрите, легко и просто. То есть 5 автомобилей. Сначала оттуда надо. Давайте. Да. Ты точно не всем ассаляму алейкум. Меня зовут Искандер. Ну, жалко, что здесь макриться нельзя, я бы сказал. Это мульна причем. Да, я вам объясняю, как на протяжении всех этих годов, да, уже года, несколько годов, обманывают простых народов и наживается на этом. Братья, спасибо за отдельное за приглашение и то, что мы участвуем. Делаем доброе дело, но в данный момент я делаю очень-очень грязное дело. Внимательно смотрите. Я имею в виду, когда я вытаскиваю. Все, я ничего, они же люди там показывают. Все, вот мне. Знаете, что вы там, это наша фамилия. Имя. Да. Ну тут 5, то есть мы пятеро все должны выиграть по автомобилю. Да. Я волшебник, я всем могу по одной машине сделать. Я могу мешать так, могу все вот так, все. Я мешаю, вы вот все. Кручу. То есть вы обращаете внимание на то, что еще это снимается на веб-камерах, качество. Да, про качество отдельно. Качество и дальность. Все, я беру капсулу. Все, обычную капсулу. Может, кто-то заметил, потому что я это показываю вам во время разговора. И можете заметили, что все, мы берем, открываем. Кто там у нас? Так, эту капсулу кидаем. Ортук Нурматов. Это я. Где моя? Ортук Нурматов. Все, тогда победитель. Я победил здесь. Ну что, тогда достаем приз Ортук Нурматову. Да, приз. Давайте. Сейчас достанем. Да. Круто. Честно. Я что, курсы твари? Тут. Олдров. Все, вот. Вот. Все. Вот столько капсул, да, тут не знаю, сколько тут капсул, но мы сегодня выиграем все по одному автомобилю. Как это возможно? Мы показываем вам. Ортег Нурматов сегодня выигрывает. Вот давайте вот так сделаем еще так. Ортег Нурматов сегодня выигрывает у нас. Я 100% уверен, что он что-то выиграет. Автомобиль, и это будет... Камаро! Игонный ошлепки присоединяйте, игонный бригадок. Вот, да, вот. Ортег Нурматов выиграл Каптиву.
Оташ кептива жоқ қалпында топылды. Давай. Вот кептива. Теперь вот мы убрали это. Все. Все, давай, второй. Да. Второй человек должен выиграть автомобиль. Да, но, братья, я вот сейчас устаю. Я водички выпью, хорошо? Ну, давай. Давайте, я водички. Камера на чипет, понятно? Нет, ну я чисто за водички, меня видно же. Я пью, я вот пью сок обычный. О, хорошо. Все. Все, да? Да, мы сейчас будем вытаскивать еще одну капсулу, ребята. Это будет, я думаю, это намаз. Намаз? Ну, намаз. Так, закрываем. Крути, ну по-честному. Все, халло. Руки мне, еще раз посмотрите мои руки, все, они чистые. Ну, ребята, грипп сейчас, вы сами понимаете, но, тем не менее, всем мы желаем крепкого здоровья, все остальное, но следующий наш приз, это... Кто выигрывает? Выигрывает у нас... Так. Аскар Хабиб брат! Аскар Хабиб брат! Поздравляем! Не-не-не-не. Брат, что ты? Озгину еще три. Намаз молитве. Или намаз молитве. Все, вот. Давайте теперь Асхат брату сейчас будем вытаскивать приз. Кручу! 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 Честно, это человек пусть. Ладно, давай. Чтобы был честно. Да, да, давай, ты, да, доставай. Доставай, пожалуйста. Давай, еще вот. Давай, ты доставай. Да, все. Давай. Да, все. Доставай. Вот. Вот простой давай. Человек. Простой человек. Никто не понимает. То есть, да. Хабиб, брат, сегодня выиграет у нас... Барабанный дроп? Намаз! А как ты знал, что он выиграет намаз? Он знал, что он выиграет намаз. Все по-честному, все по-честному. Красавчик. Яхши гуляр из гемы не гуляр. Вот это. Обуначилар яхши гурмы япты. Что поднимает от тебя, да, вот это? Вы садили в полосе на подарок. Сколько приз открываете еще? Билет, по-моему. Да. Хорошо. Давайте, два человека выиграл, и мы втроем тоже должны что-то выиграть да. Сегодня. Конечно, конечно. Давайте дальше крутим. Так, еще крутим, крутим. Любую возьмем. Все, также, ребята, показываю. Так. Это вот, блин, может и заметно было, но тем не менее. Опа! Абдул-Азиз Интерес Плюс! Это я! Я сам себе что-то... Нет, давайте теперь, брат, вот я кручу, ты мне достань что-нибудь хорошее. Тут всего лишь 5 автомобилей, уже 2 человека выиграл. Как так? Чудо! Чудо! Это просто... Будем машина тебе очень долго. Все. Джентльмен! Я выиграл землю! В жизни не играл эту игру! Первый раз играл сразу автомобиль! Спасибо! Это уже это у нас третья машина. Смотрите, 3 человека выиграли автомобиль. Брат! Так! Брат! Брат! Комментарии пишите! Комментарий пишите. А, пишет я. Да. Яхши көрінмейді, халал бәс екен депті. Кімдер? Яхши көрсетіп отырсың? Так. Жұманазар аға, осы Жұманазар аға, хозыр, рахмат, хозыр ошамыз аға. Рахмат, бар жігерлер, қолдап қуаттаймыз. Все. Жазыңдар комментарий. Лайк басып, поделитесь кімдер.
Везде берем. Кто-то опять должен выиграть автомобиль. Ох, я прям чувствую, кто это. Скандер Македоновский. Абдурахман, машина кирак. Нашему таксисту. Таксист. Ну что, брат, сам крути тогда давай, свой барабан. Давай. Этого достаточно. Ну что, братан, давай мы сейчас выиграем Малибу. Это уже наш четвертый автомобиль. За одну розыгрыш 4 автомобиля. И ты у нас выигрываешь сегодня Nissan. Тоже круто. То есть у нас уже 4 автомобиля было. Да. Все, так же крутим, ребята, крутим. Не ставим. Лайк, подписка, лайк. Все было по-честному. Вот. Видели, да? Что мы не обманываем, мы честные ребята. Держи наш автомобиль. Все, Искандер Македонский сегодня забирает наш самый главный приз. Малибу. И этот приз все мечтают в Ташкенте об этой машине. Я прям знаю об этом. Все любят этот автомобиль. Я сам бы не против покататься. Смотрите, братья! Как так? Братья, теперь очень быстро и кратко ясно объясню. Берем 5 капсул. 5. Так. Первое, где было спрятано. Может кто-то обратил внимание, может кто-то нет. Просто под футболкой будем наклеивать. Видите, просто под футболкой. Вот оно. Беру клей и клею сюда. Все, вот когда я показываю сначала руки, вот. Все, я беру. Все, верчу, кручу. И у меня в руках есть уже капсула. Все, я взял, беру на эту руку, меняю капсулу. И одновременно кидаю то, что вытащил отсюда, я кидаю сюда. И открываю то, что у меня было вот здесь приклеено. Вторая, третья капсула была здесь приклеена, задняя часть. Вы не видели. Раз, два. Приклеено было, просто клеим. Либо скотчем можно приклеить. Вот она, раз, два. И еще одну капсулу мы приклеили сюда, в угол. Взяли клей и сюда просто приклеили. Вот, взяли клей и просто приклеили. Все, я вот закрываю. Кручу. Все, делаю. Вы просто это, может, если даже у нас заметно было, когда много билетов, и через раз, там, через 30 минут, когда вытаскивается, вы не замечаете. Просто я в угол беру, и все. Вот оно у меня. Достали. Выигрыш. То есть автомобили. Один из интересных моментов. Кто-то говорит, что капсула может растаять. Нет, и капсулу можно и пластмассовую достать. Когда я уходил чай пить, просто здесь лежит капсула, просто приведи это до камеры. Все, здесь лежит камера, вот здесь там приклеено, допустим. Все, я беру, кладу его в рот. Все, я не разговариваю с вами. Кашель-то всякий может быть. И все, я начинаю вытаскивать. Ну, беру либо в эту руку, либо я левша, просто поэтому левую. Все, так же беру, закрываю, кручу. Все, вытаскиваю. И моментально я меняю капсулу. Все, вот она. И когда я открываю, вот все, я открыл. Вместе с обходами все, я кидаю. Вот и все. И как происходят выигрыши автомобилей? Давайте мы будем четко показывать. То есть в каждой капсуле у нас находится свинец. Вот такой вот. Видите? Клей там внутри. Да. Смотрите. Термоклей. Вы этого не знали об этом, да? Смотрите, мы сюда ложим свинца.
сюда ложим победителя, то есть Абдурахмана или кого-то, то есть автомобиль, например, какой тут у нас автомобиль? Малибу. Малибу. Сюда ставим, вот, только один. В примере. Бросаем. Крутим. Почему мы поставили туда свинец? Потому что она тяжелая. Когда мы рукам поднимаем, когда мы крутим, смотрите. Среди из них всех я сейчас достану именно Малибу. Где же она? Куда ты спрятался, дорогой мой? Смотрите. Крутил, вертел. Нет, не тот достал. Все, смотрите. Со второго раза я достаю автомобиль, вот Малибу, закрываю, и вы не видите, что там свинец. Я также кидаю его. Кто выиграл? Выиграл он, или я. Вот каким образом мошенники обманывают нас. Мы показываем и доказываем. Понимаете? И самое главное, не то, что мы доказываем, в шариате нашем, в исламе, эти игры запрещены. Это харам. Даже если вы выиграете 1 миллион долларов в этих играх, то знаете, Всевышний Аллах сделает так, что вы потеряете 2 миллиона долларов. То есть то, что вы выиграли, она вам пользу не принесет. И кто говорит, я с этого делаю ихсан, я помогаю людям, да, подарю автомобили и делаю добро, вы сильно ошибаетесь. Грязными деньгами не надо делать ихсан, потому что Аллах, Он чист, пречист и принимает только дозволенное. То есть ты честным трудом зарабатываешь, и когда даришь ему, вот это Аллах принимает. А когда ты обманываешь народ, забираешь у всех деньги и всего лишь одну маленькую машину отдаешь, когда ты сам заработал 15 миллионов, это является азартными играми, это является харамом. Братья, мы вам показали, доказали. Делайте выводы сами, да, вот и все. И еще, вот много роликов будет у нас, и у вас еще на канале, я вам отдельно скажу. С точки зрения математики я кратко объясню. Это разные разноцветные капсулы. Это тот момент, когда половина билета они продают, половину они свои. То есть такое, да? Да. То есть все. Главный призы, вот здесь 5 автомобилей. Вытаскиваем. Наши. То есть мы по цветам отвечаем, то есть на тот момент цвет одинаковый будет, но количество мы знаем. Как мы бы ни крутили, здесь будут выходить наши билеты. Наши билеты свои. То есть половину продали, мы в любом... Я углек, это математика. Конечно. Все, поэтому, ребята, будьте аккуратны, будьте осторожны и самое главное, будьте внимательны, потому что вы тратите деньги не в благую вещь, да, как бы, грубо говоря, но хотя бы будьте внимательны, будьте умнее. Вот как нас обманывают. Братья, обязательно поставьте лайки, распространите всем, чтобы все знали, что нас, простых людей, обманывают вот такие мошенники. И я надеюсь, что мы хоть капельку пользу принесли именно для своего уммата, то есть умма пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и для своего народа узбеков, также киргизов и также таджиков. Братья, всем ассаламу алейкум, следите за нами, мы будем делать очень хорошие ролики. Алдар, помогай.